Чебоксарские ястребы, представляющие республику в высшей лиге чемпионата России по баскетболу, матчи и регулярки завершают выездными турами. Итоги сессии в столице Адыгеи подведет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Предпоследний тур кругового этапа чемпионата страны ястребы проводили в Майкопе. Местная баскетбольная дружина «Динамо» МГТУ занимает место в первой тройке рейтинга команд лиги. Тем не менее, стражам столицы Чувашии удалось в стартовом матче дать бой хозяевам площадки и взять вверх со счетом 75-69. Залогом 8-й победы в сезоне стала строгая игровая дисциплина ястребов. Мы победили сильного соперника на выезде. По нападению парни делились мячом, выполняли все установки. Парни прибавляют к игре так и в защите, и в нападении. Урок баскетбольных манер от чебоксарцев был усвоен динамовцами. В ответном матче они подтвердили реноме лидеров, переиграв гостей со счетом 77-70. Заключительная игра кругового этапа чебоксарская дружина проведет в Ставрополе, где 24 и 25 февраля сыграет с соседом по турнирной таблице командой «Южный слон». Вячеслав Ильин, «Вести», Чувашия.